Так сегодня выглядит парк военной техники на Симферопольском шоссе. Там сегодня уже три экспоната – самолет, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Специалисты заняты благоустройством и оформлением газонов. Открытие намечено на эти выходные. Также ко дню освобождения Анапы и дню города решено благоустроить композицию на въезде на Пионерский проспект со стороны Анапы. Тротуар здесь пришел в негодность, а желающие сфотографироваться вытоптали газон вокруг стелы. Поэтому освежаем вот этот тротуар, делаем, дополнительно их между собой соединяем около этой стелы, где будет можно приходить и фотографироваться. Ну и в перспективе мы ее еще освежим.